message of vengeance was drowned in the Isle of Masks. We'll carry on the ranks of the faceless ones. Сегодня в городе Нур-Султан проводится впервые в истории казахстанского дзюдо чемпионат Республики Казахстан среди ветеранов. Возрастная группа от 30 лет и последняя у нас возрастная группа по правилам соревнований 80 и старше лет. Участвуют в нашем чемпионате на сегодняшний день 210 спортсменов из 12 регионов нашего государства. Генеральный спонсор BI Group. Основные цели и задачи нашего мероприятия – это популяризация борьбы дзюдо и, конечно же, самое основное – это оздоровление нашего подрастающего поколения и вообще всего людского населения нашего государства. Приехали на чемпионат Казахстана по дзюдо. Дзюдо – это для нас жизнь. Что можно еще сказать? Участвуем мы в весовой категории до 70 килограмм. Очень рады, что приехали сюда, что побывали на таком грандиозном турнире. Главное, всем удачи, чтобы все выигрывали, дальнейших всем побед и всего самого хорошего. Я впервые увидел такое количество счастливых лиц наших ветеранов. Мы встретились через огромное количество лет с друзьями, которые видели 20, 30, 40 лет даже назад. И для нас это огромный праздник получился. Праздник спорта, праздник дзюдо. И одним словом, спасибо огромное организаторам. Это дает надежду другим, которые не участвовали. Они сейчас увидят, можно сказать, это. И в следующем году, если организуется второй чемпионат Казахстана, я думаю, мы увидим намного больше спортсменов. Поздравляю с первым чемпионатом Казахстана по дзюдо среди ветеранов.